Где он припарковался? Вон он, ну-ка, сейчас мы... Так, давай, отмычку в руки. Он вышел? Пошли, короче, у него тачку угонять. Я пошел тачку угонять, ребят. Он, короче, голову опустил. А, это патрульный. Сука, ну-ка давай. Ёптыть. Это смотри, как долго. Смотри, как это долго происходит. Смотри на его реакцию. Нормально. А что дальше будет? Че? Капец, конечно, скрывается она долго. Он такой стоит, смотрит. Чем он? На дурачка такой, типа, чем он занимается? А, смотри, он наушники берет. Че, он пытается меня арестовать или что? А он пока не может меня арестовать, когда я это взаимодействую. А! Молодец! Он тебя сковал, прикинь! Ебать! Он, прикинь, он себя, короче, заковал! Вообще красава! А я же могу его ограбить? Сейчас осмотреть, да? А, блядь! Дурачок! Сука! А как ты с завязанными руками за руль селся? А, приколы, бля. Блин, у него ни хрена нету. Давай мы его разденем. А, все. Подожди, у него надо этот стащить просто свечку. И все. Вот и все. А за тут же это? Полицейский на 500 слотов. И он, короче, все, и он сидит. Ладно, давай я тебе дверь. А, все, он отстал. Ну-ка. Отжали тачку просто у этого, блин, бортклея. Так, подожди, я сейчас свечку у него это вытащу снова. Блин. Ладно, давай аккум тогда стащим. Я броник забрал с машины. А, там броник был в машине, что ли? Блин, он развязался!
А тут машины от воды руинятся или нет? А? Да, да, я упер эту тачку. А? От воды машины руинятся или не руинятся? Блять. По мне кто-то стреляет опять. И кто-то стреляет, прям очень-очень метко стреляет. А, там же боты, в принципе, были сейчас. Да, угнал, ребят, угнал. Блять, кто по мне стрелял сейчас? Я не понял. Сука, да где? Дезинфекция, где у меня? Что за война идет? Кто там стреляет? Слушай, такое чувство, что прям за мной охотятся. То, что я тачку угнал. Не знаю, в меня стреляли в машине, когда я ехал, по мне стреляли. И кто-то, видишь, с гранатомета шмаляет. А я понять не могу, кто. Но это точно не боты стреляют. Это, походу, уже админы. Да это админы уже, походу, стреляют. Потому что такая дальность действия уже у админов, у ботов не может быть. Да в смысле бросай тачку? Я чё, блин? Зря я так мучился. Мне надо как-то до данжа, бункер добраться. Что это? Так по машине-то может быть. Попали прям по мне. А ты его вместе с тачкой шлепнуть. Вот его. Эксплозион тест. А то вместе... Ну вот меня и шлепнули.